Привет, привет, дорогие подписчики и зрители, вы на канале «Всяко разное с Китая», я вас приветствую. Сегодня у нас на распаковке будет вот такая посылка, присланная мне с торговой площадки AliExpress. Присвоен был посылке трек номер, оценили ее в 0,0 долларов, написано, что что-то тут непонятно написано. В общем, посылка отслеживалась, пришла ко мне на примерно меньше месяца даже. Месяца не было. И давайте распакуем, посмотрим. По названию вы уже, наверное, прочитали, да? Что здесь должен быть? Автомобильный видеорегистратор. Таким видеорегистратором я пользуюсь сам лично. И один мой знакомый попросил заказать себе такой же видеорегистратор, потому что, ну, у меня есть, кстати, и распаковка, и тесты, как он снимает. В общем-то, все уже имеется. Ну, давайте посмотрим теперь на этот, который прислали мне. Так, вот коробочка. В принципе, коробка точно такая же. Смотрите, ничего не помялось. Спасибо за упаковку продавцу. Самое главное, что хорошо упаковал. Итак, давайте приступим. Так, вижу сам регистратор. Завалился сразу. Вот он имеется. Так, комплектация у нас идет. Присоска. Да, точно такая же, как и у меня. Так, кабель для подключения регистратора к компьютеру там, либо еще куда-нибудь. И кабель питания с прикуривателем. Ну, стандартная комплектация. Так, что у нас тут? Инструкция. Инструкция, интересно, у нас на каком? На английском. И, о, ребята, даже на русском имеется. Класс! Смотрите. Пожалуйста. Руководство пользователя, все по-русски, за что отвечает, какая кнопка. О, за это тоже большой респект и уважуха продавцу. Так, я не помню, честно говоря, свою инструкцию, была ли она на русском языке. Ссылку на распаковку и на тесты, как снимает видеорегистратор, оставлю вот здесь. Если кому-то интересует, посмотрите. Просто сейчас будет просто распаковка и ознакомление, работает вообще он или нет. Ну, смотрите, вот таким образом он выглядит. Он небольшой. Имеется микрофон, подсветка, включение-выключение, AV-выход, подключение питания. Ну да, все то же самое. Так, давайте попробуем его запустим. Заряжена, интересно, батареечка, нет? Нет, батарея разряжена. Давайте подключим. Кстати, вот пригодится наш кабель, который идет в комплекте. Вот такой вот. Сейчас мы его подключим к USB. И посмотрим. Так, включаем зарядное отверстие. Оп! Так, сразу он включился. Ну и давайте пройдемся по меню. Так, в первую очередь нужно выставить русский язык. Так, вот language. Входим. Так, английский. Вот русский. Окей. Так, смотрим режим. ТВ, язык, частота, автовыключение, поворот изображения, заставка, подсветка, форматирование карточки, настройки по умолчанию, версия. Так, здесь разрешение. Смотрите, какие здесь имеются разрешения. Есть 1080 Full HD, есть 720p в 60 fps, снимает 720p в 30 fps и VGA. Ну, оставим Full HD. Так, циклическая запись. Здесь у нас можно выставлять отрезки времени, которые будут сохраняться в видео. То есть, вот 2 минуты он запишет, сохранит, в 3 минуты запишет, сохранить. 5 минут запишет, сохранить. Ну, давайте на 5 минутах оставим, настроим сразу. Так, отлично. Так, VDR это нам не надо. Экспозиция, ну, это настройки. Там освещенность, обнаружение движения. Так, что у нас стоит? Выключено. Ну, честно говоря, я тоже не включаю эту функцию. Запись аудио пусть будет. Штамп даты. Вот G-сенсор, кстати, имеется. То есть, при, не дай бог, какой-то ДТП или что-то, происходит столкновение, регистратор это фиксирует и сохраняет последний файл, то есть его невозможно будет удалить с этого регистратора, его нужно будет только вытаскивать карточку и через там ноутбук или еще через что-то, тогда можно просмотреть этот файл и удалить. Через этот видеорегистратор ее не удалить. Ну, по настройкам, в принципе, тут все стандартное. Давайте все-таки, наверное, установим сейчас карточку, проверим немножко, как он снимает. Итак, карточку я вставил. Здесь у нас защитная пленочка на линзе. Сейчас мы ее уберем. И давайте проверим, как
пишет: запись у нас начинается. Ну вот, к примеру, да, вы выключили зажигание в машине, он автоматически у нас выключается. То есть, когда вы заглушили машину, все, припарковались, он выключается. При повороте включа зажигания, к примеру, имитируем, да, оп, пошло питание, он сразу же включается. И должна произойти сразу автоматическая запись. Вот, как мы видим, загорелся красненький огонечек, мигает. То есть пошла видеозапись. И сейчас мы, ну так, бегло проверим качество звука, качество видео по Full HD разрешении. То есть проверяем, какой звук, качество видео. Оп, оп. Ну, я говорю, полный обзор у меня есть. Я ставил на свою машину, проверял, ездил. То есть я ссылочку вам оставлю, посмотрите. В общем-то, я очень доволен. Надеюсь, и будучи хозяин, надеюсь, что и хозяин этого регистратора тоже будет доволен. Остановить видео можно вот этой кнопкой. Ну, в общем-то, и все, ребятки. Повторюсь, что таким же регистратором пользуюсь я. Мне очень он понравился. Пишет классно, никаких проблем с ним не было. Все работает, в принципе, я доволен. Поэтому, кто ищет хороший видеорегистратор себе в машину, вот вариант, приобретайте. Ссылку на него оставлю под видео. Переходите, посмотрите, если устроит цена, приобретайте. Все пришло с трек-номером. Я всем доволен, советую. Ну, а я хочу вам пожелать крепкого здоровья, быть на позитиве и, конечно же, удачи. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.